Атаку террористов на Мутновской ГИОС учились отражать силовики на Камчатке. Как сообщили в ФСБ региона, условия тренировки были максимально приближены к реальным. По легенде, диверсионная группа напала на станцию, вооружившись стрелковым оружием, взрывчаткой и беспилотниками. Спецподразделения ФСБ, ФСИН и Росгвардии смогли нейтрализовать террористов, затем взрывотехники нашли взрывные устройства. Тем временем специалисты МЧС отработали действия по тушению пожара. Поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объеме.